Всем привет, друзья! Сергей Язовский, риэлтор из Аликанте и директор агентства Спайнтур. Катаясь вдоль моря, можете пальчиком покрутить на смартфоне, посмотреть, что вокруг. И наблюдая красоты Альбуферетты, это рядом буквально с Аликанте, такой небольшой район, очень симпатичный, у горы Сьерра-Гроса. Я вспомнил, давайте с вами посмотрим туда. Вот на том пляже, некрасиво показывать пальцем, говорят, некультурно, но больше нечем. У нас рядом с этим пляжем две квартиры в аренду, целых две квартиры на это лето. Одна мы недавно продали, ссылочку на видео посмотрите под этим видосом. Это квартира, две комнаты, большой бассейн, общая урбанизация и своя парковка. Но она находится от того пляжа примерно 7 минут пешочком. Примерно. Могу отправить потенциальным арендаторам дорогу прям, да? Чтобы посмотрели. Я не помню, около 7, кажется. А вторая, вот, прям буквально по подземному переходу, тоже с бассейном, две комнаты, она чуть-чуть поменьше. Она с мая будет сдаваться, вторая квартира. Вернее, правильно сказать, первая, это с мая сдаваться будет, она сейчас в аренде у нас. У пляжа 1 минута пешком, ну, 2, через дорогу перейти. А вторая минут 7, ну, может, чуть больше. И все обе квартиры в урбанизациях, с бассейнами, с собственными парковочными местами в урбанизации. То есть море, солнце, очень хороший пляж Альбуферетты. Добро пожаловать. К сожалению, все лето они арендованы. Спрос на эту территорию, вот у того пляжа, очень большой. Поэтому стоимость будет от 80 евро в сутки. Мне часто задают вопросы, а можно снять на неделю? Тогда, якобы, может быть, будет дешевле. К сожалению, повторяюсь, мы сдаем не только русскоязычным, но и испанцам, и тем, кто заходит в офис, да? И востребованность очень большая. И так квартира будет арендована. То есть, если вы не арендуете, допустим, на 2 недели по этой цене, ну, на месяц можно поговорить с собственником, может, он даст скидку, да. Но на 2 недели шансов нет. Итак, последний штрих. Покрутите мышкой вокруг, посмотрите. Я специально снимаю здесь, потому что от того пляжа можно плыть сюда, здесь у камней рыбки, то есть маску купить. Магазины есть вот прямо у пляжа. Магазин, там все продается. И плавать не только у пляжа, но и ближе к камням. Здесь осьминоги водятся. Ну, такие райские места. И если вам у пляжа не очень комфортно, много людей, многие любят тишину, то в этом случае вы просто вот сюда приплываете. Вон на том местечке прям можно нудистский пляж организовать. Там люди загорают почти голые. Здесь купаются тоже почти голые часто летом, потому что, ну, тут мало людей. Ну вот, решил вам записать этот ролик в 360. Пишите комментарий, нравится вам 360, не нравится. Я давно работаю в 360, но мы работаем только по эксклюзивным объектам, которые к нам приходят. И делаем панорамные фото, и там фототуры целые, 360. И продаем через это. Это хорошая технология. Поэтому, ну, у нас 360 работает, но не так активно. А сейчас что-то я вот с собой камеру имел, решил вам записать полный обзор. Все, заказывайте недвижимость. Мы 8 лет занимаемся арендой. Сегодня в Фейсбуке случайно нажал Спайнтур и вышло. Одно из первых видео 8 лет назад я залил, почти 8, даже на Facebook. Смотрите наши ссылки на наши
социальные сети, в которых мы давным-давно работаем. Подписывайтесь. Ну, ставьте лайки, что еще сказать. Заказывайте недвижимость. Мы работаем. У нас в коллективе 6 человек. Начинал я один 8 лет назад. Сейчас 6 сотрудников, профессионалы. Алексей Язовский оформляет ипотеки много лет уже. То есть и ипотеки, и аренда, и ремонты квартир. Все мы делаем. Скоро начну показывать в 360 ремонты квартир. В этой технологии немножко сложновато. Не хватает мощности камер, недорогих камер. Ну и вот я докупаю свет потихоньку, учусь и буду показывать в том числе и квартиры в 360. Сергей Язовский был, риэлтор из Аликанте, директор Спайнтур, ну и вся наша команда. Заказывайте, пишите заявочки. Все контакты под видео. Всего доброго!